Нам нужна ничья, победа, такова турнирная ситуация. Но соперник наращивает давление, и вот снова они на нашей половине поля. Пока защита выдерживает, мы надеемся на наших опытных игроков обороны, но всем совершенно ясно, что с годами они становятся моложе и подчас не успевают за скоростными нападающими соперника. Но вот сейчас сыграно надежно. Штрафной. Устанавливают стенку. Вы, наверное, знаете, что на чемпионате мира Дядь, слышь, что? А таки стучать не научили? Меня на улице учили. Стукач хуже крысы. Дверь закрой. Короче. Идем искать следака, который мне улики подкинул. На кой? Че на кой? Че тупишь? Да лажь это все. Нужно конкурентов мочить. Че следак-то? А, ну тогда разбегаемся. Я по своим делам, а ты мочи кого хочешь. Дядь, ты че? Ну хорош. Че хорош? Забыл? Только один выживет. Хочешь, чтобы я всех замочил, а ты потом меня кокнул? Че? Че? Да не думал так ни разу. Ага. Дядь, а что если вдвоем выиграем? Ну почему нет? Ну как-нибудь могут же двое. Ты откуда такой взялся, а? Ты вообще как сюда попал? Отчим продал, когда мать умерла. Как продал? За бабло. В смысле? Он в казино работает, светотехником, в зале. Беспредел. Вот кого мочить-то надо? Только до туда не дотянешься. Я хочу вернуться. Куда? За тем гайцом. Ну-ну. Или за вторым. Ведь я не спросил самое важное. Пока перемирие, нужно вернуться. И чего такого важного ты у него не спросил? Жива она? Или нет?
Девчонка, которую ты сбил? Лёш! Лёш, послушай, мы обязательно это выясним, когда все закончится. А сейчас надо к башням. Когда все закончится? А ты уверена, что оно закончится хорошо для меня? Я знаю. А по глазам что-то не видно. А ты до хрена окулист, что ли? Слушай сюда, мы выберемся живыми. Я сделаю все для этого. Хорошо. Тогда поедешь один. Я к башням. Потому что времени в обрез. Лёш, ну, давай я шефу позвоню. Он все для тебя узнает. Нет. Я сам. Это только мое. Я сгоняю быстро. На метро машину тебе оставлю. Потом найду тебя по сигналу. Лёш! Давай недолго. Я буду ждать. Я отпустил Дока. Следи за ним в казино, когда он придет за антидотом. Уверен, что Док не сдаст тебя взамен на ампулу? За что? Я правил не нарушил. Часы не снял, не ушел за МКАД. Если кто-то что-то нарушит, только он. Док стреманется. Или возьмет запасную ампулу себе. Есть страх посильнее. Я назову тебе игрока, когда придет время. И ты... И я вколю ему вместо яда пустышку. Все просто, он сможет спать. Не прокались, Док. Ведь мы оба делаем на этом ставки. Откуда запись? Мой маленький спектакль. Я приставил к его голове пистолет и заставил наговорить на диктофон. Если эта запись попадет к Волкову или еще выше, слушать его нелепые истории никто не станет. Так что у него один выход. Украсть ампулы и бежать. Пока есть несколько дней. А ты следи. Хорошо. Говоришь, придурок, забыл, где ты есть? Где? Слышь, придурок, тебя прямо здесь закопать или как? А вот и снова я. От тебя не убежишь. Да, я как герпес. Всегда возвращаюсь. У тебя нет патронов, дружок, после той бойни, что ты устроил в магазине. А если есть? Тогда стреляй. Знаешь, как шутил Черчилль о секрете своего долголетия? Чё? Он говорил, что никогда не стоял, если можно было присесть, и не сидел, если можно было прилечь.
Ты это к чему? Это к тому, что надо экономить силы. Черчилль умный был мужик. А ты нет. Прости, друг. Повернуть надо было, а я зазевался. Ночь не спал. Да это ладно. С кем не бывает. И я погорячился. Извини. Смотрите вот это. Шикарно выглядите, вам очень хорошо. Вы думаете? Да, конечно. Вы знаете, у нас это платье в одном экземпляре. Так что можете смело отправляться на какой-нибудь банкет или вечеринку и не бояться, что встретите кого-то в таком же. И, кстати, ваш муж или молодой человек будет очень доволен. Да, я возьму его. Отличный выбор. Я заплачу сейчас, а заберу его дня через два. Так же можно, правда? Наверное, да. Не время сейчас для платьев. Ир. Ира. Ира. Ир. А? Ты бы хоть телевизор сделала погромче. Ты ведь так точно уснешь, а? Слушай, Максим, может, праздник устроим? Со мной все в порядке. Угу. А ты как? Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо просто. Ничего нового по поводу твоей дочери, да? Ты ее еще увидишь. Мне почему-то так кажется. Знаешь, в 19 веке английский ученый открыл новый химический элемент. Аргон. Благородный газ. Он не мог взаимодействовать ни с одним из известных химических элементов. В периодической системе не было для него места. И что? И тогда ему дали прозвище. Химический мертвец. Прикольное прозвище. Вот и я. Мне нет места в этой системе. Я не хочу ни с кем драться, да и не умею. Я как тот аргон. Не могу ни с кем взаимодействовать. А как же я? Ты же со мной взаимодействуешь, разве нет? Ну да, ты права. С тобой я взаимодействую. Она здесь. Кто? Женщина, которую она стреляла. Да. Зачем? Она хочет, чтобы я спустился в холл гостиницы. Зачем? Поговорить. О чем поговорить? А схожу. Узнаю. Ты понимаешь, что это может быть ловушка? Что она может нас убить?
Может быть. Но не здесь точно. Это же тебе не безлюдный парк, это гостиница. Здесь полно охраны, полиции. Ты будь в номере, я скоро вернусь и запри дверь. Олег, не оставляй мне одну, пожалуйста. Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Нужно же узнать, чего она хочет. Тем более у нас еще 10 минут перемирия. И тем более ты сама сказала, никакой я не химический мертвец. Олег! Как дела? Ты зачем пыталась нас убить? Ну, это ж игра. Ну, правила такие. Ну, ты бы в боксе тоже возмущался, если бы тебя били? М? Что тебе надо? Слушай, ну вас же двое, ты и девчонка, так? И, насколько я понимаю, вы решили отсидеться. М? Продай мне пистолет, а? Я тебе 100 000 дам за него. Нет. 150? Я тебе ничего не продам. 200, мой последний. Иди ты к черту. А он тебе зачем? Ну, зачем? Не ты, тем более твоя девчонка. Никогда из него не выстрелите, тем более никого не убьете. Просто не сможете. М? Если будет за что, смогу. Когда от вас бежал. Что с ней? А парень сейчас звонил. Рассказал, как ты его с бабой какой-то прижал. Я знаю не больше его. Я спрашиваю, что с ней? Ее в больницу увезли? Так, парень, ты давай, ты волну-то убери. Я задал вопрос, отвечай. Зайка, ау. Ты где? Зай, я сейчас иду, сейчас, сосед пришел. Говори, отвечай, урод! В морг ее увезли. Все, нет больше девчонки-то. Войнушка.
ты чего здесь? Смотрю за ними. Слежу, чтобы быть в курсе, если что. А вот салат ем. Теплый. С лососем. Вкусный. Могу поделиться, если эта сторона не ела. Бутылку мартини, пожалуйста. Одну минуту. Я присяду. Я хотела бы побыть одна. Если позволите. Бутылка не лучший способ, чтобы сбежать от всего этого. На утро проснетесь с больной головой. Каково же будет разочарование, когда поймете, что никуда бы не сбежали. Знаете другой? Знаю. Попытаться разобраться здесь во всем? Не хочу. Не хочу ни в чем разбираться. Хочу проснуться утром с больной головой и убедиться в том, что этого всего не было и нет. Андрей тоже любил повторять, что иногда реальность страшнее любого кошмара. Андрей? Вы знали моего мужа? Да. Мы были друзьями. Я не помню, чтобы он мне говорил что-нибудь о вас. Зато он мне много о вас рассказывал. Ну, например, что вашу последнюю годовщину вы отпраздновали в домике под Неаполем. Он вам подарил картину Моне. Кстати, это я помог ее ему достать. Меня зовут Виктор. Извините, что сразу не представился. Ваше здоровье. Можно на ты? Марина, я к вам подсел не просто так. У меня есть подозрение. Я думаю, что смерть Андрея не была случайной. Что? Вы хотите сказать, что Андрею... Да. Ну кто, за что? Ходят слухи, что... Что Андрей здесь провернул некую махинацию. Заплатил одному из судей за что-то. За что? Я точно не знаю. Ну, опять же, повторюсь, это только слухи. То ли за то, чтобы заплатить кому-то из игроков, то ли за то, чтобы знать номер слепой ставки заранее. Андрей мертв. И узнать теперь ничего нельзя. А тот судья, которому он заплатил, теперь игрок под номером 5. Я уверен, что вашу ставку специально перекинули на самого слабого игрока, на девочку. Сумма ставки осталась та же, а номер игрока поменяли. Ой, Господи. А зачем вы мне это все рассказываете? Затем, что я хочу во всем разобраться. Один не смогу. Вдвоем будет легче. В чем дело? Женя, по нашим наблюдениям, он пока не контактировал ни с кем из игроков и ни с кем не связывался. А как же ваша теория, что он первым делом кинется к агенту? Мы не знаем, идет ли вообще речь об агенте. Но признаю, что-то здесь не так. Вы занимались отбором? Скольких отобрал Женя? Пополам. Он пятерых, и я. Потом одного из моих заменили на него. Кого отобрал Женя? Номера 1, 7, 8, 9 и 10. Девочка.
девочка, испуганная домохозяйка, бывший офицер, зэк и убитый горем отец. Они. Займись ими плотнее. Кто-то из них не тот, за кого он себя выдает. Нет. Нет, нет! Злата, Злата, послушайте. Женя, он меня похитил, я не виноват. Он сделал мне укол. Помогите мне. Я вас прошу, помогите мне. Тише, док. Давайте не здесь, выйдем. Говорите, что там же? Он меня похитил. У него был препарат. Он мне сделал укол. Зачем вам? Чтобы я не мог спать. Он это сделал для того, чтобы я для него похитил этот антидот. Он меня заставляет. Сделайте что-то, я вас прошу. Поговорите с главным. Он должен мне дать ампулу, всего одну ампулу, чтобы снять все это. Ну, я вас прошу, пожалуйста. Я все поняла. Сейчас я вас отвезу в одно безопасное место. Препарат вам дадут. Сейчас мы пойдем к лифту. Ведите себя спокойно, так, чтобы не вызвать подозрения у клиентов. Ясно? Вы уверены, что мы должны куда-то отсюда уйти? Там будет безопаснее. Ну, тогда... Что мы вообще? Где? Не волнуйтесь, док, почти на месте. Вы уверены? Может, все-таки стоит позвонить Волкову, а? Вы уже засыпаете? Я нет. Нет-нет, я... Тогда у нас еще есть время. Надеюсь, что вы понимаете, что делаете. Проходите, док. Здесь? Да. Я не понимаю, а... Делайте, что говорю. Пойдемте за мной. Ну, я не очень понимаю, а... Сейчас поймете. Подойдите сюда.
посмотрите вон туда. Я там ничего не вижу. Простите, док, я не могла по-другому. Слушай, а раз мы типа команда, я тоже должен все знать? Ну, типа там, доверие и все такое. Короче, ты не сказал, куда мы едем. Нет у нас никакой команды. Подожди, я думал, что… Че ты думал? Думал. Фраер тоже думал, да на нож налетел. Хочешь выжить, рассчитывай только на себя. Заруби себе это на носу. Не надо, блин, меня учить. Сам кого хочешь научу. Я уже говорил, что ищу следака. Филатов его фамилия. Короче, есть ментенок один. За бабло готов мать родную продать. К нему едем. Пробьет этого следака по базам. Значит, мы все-таки типа команда. Не выводи меня, малой. Ты к нему? Ты кто такой? Чего тут торчишь? Я живу здесь. В каком доме? Ну там, дальше. Пропуск, сектор покажи. Слушай сюда. Ты уже несколько часов стоишь. Я видел, да еще и с камерой. Не живешь ты тут, вижу ясно. Поэтому сейчас быстренько свалил. Еще увижу камеру в зад, запихну изо рта выну. Усек? Хвоста нет? Срубил. Короче, дело такое. Коваль сейчас начнет следака искать. Ну, того, который ему улики подкинул. А мы этого следака вычислили и адресок его пробили. Значит, ты сейчас ломишься туда, и как только Коваль там нарисуется, ты его и хлопнешь. Окей? Разберусь. С бабой что? Какой? Ольгой? Ага. Че ты с ней мутишь? Я же тебе говорил, это вас не касается. Саша, мы просто хотим узнать, какой по счету она свалит. Нам просто надо сделать ставку. Узнаешь, когда время придет. А, ну ты типа самый хитрый, да? С ее помощью всех завалишь, а потом ее в расход. Thank you.
убивайте. Умоляю, не убивайте. Я должен. Нет, я прошу вас. Ради Бога. Господи, Господи, я не хочу. Не надо. Я никому не нужна. Никто обо мне не вспомнит. Никто никогда не любил меня. Не надо. Вы не убьете меня? Нет. Спасибо. Спасибо вам. Можно я уйду? Нет. Мы останемся здесь. Оба. До конца. Ну ты даешь, мужик. А если бы ты раньше нее заснул, а? Девчонка же тебя обдурила. Ты в курсе, что она своих родителей и младшего брата топором зарубила, когда те спали? Надо было ее сразу кончать. Подняли. Да ладно тебе, зато дуэль какая красивая получилась. Ты молодец, Волков, ты победил. Ты выиграл бессонницу. Устроишь Ковалю засаду, если он все время знает, где ты? Из-за датчика. У меня есть вот что. А что это? Эта штука блокирует сигнал от часов. Зайдешь в метро, и тебя не видно. Можно обмануть судей на час, на полтора. Дольше, конечно, рисковать нельзя. Вычислят. Но я надеюсь, что часа хватит. Как только увидим, что Коваль поехал на тот адрес, блокируем датчик и туда. Я еду с тобой. Конечно.
узнал, что хотел.